Певческое поле на один день превратится в настоящую спортивную арену. В этом году в Сичуашске Агадуй будет проходить именно здесь. Бег, скачки, прыжки, борьба, стрельба, перетягивание каната, лазание на столб. Программа праздника очень насыщенная, рассчитана как на детей, так и на взрослых. На любимый праздник чуваши съедутся гости со многих регионов России, даже из Беларуси и Эстонии. На набережной залива будут соревноваться сильнейшие борцы, гиревики, атлеты. Самым популярным на Агадуе по-прежнему остается национальная борьба на поясах кирижу. В старину тот борец, которого никто не смог победить, получал титул богатыря. Этот вид спорта не теряет своих поклонников и в наше время. Ожидаем мы на этих соревнованиях спортсменов не только из нашей республики, но и за ее пределами. Прежде всего, хотел бы отметить, у нас очень сильная национальная борьба в Ульяновской области, Самарской области, республике Татарстан. Надеемся, что к нам приедут и наши дальние, скажем так, родственники из Тюменской области. Поэтому ожидается очень напряженная борьба. Ценные призы, среди которых скутеры, ждут и победителей в гиревом и армспорте. На отдельных площадках будут проходить разнообразные шуточные состязания для всех желающих. Самые ловкие постараются достать монетки из кислого молока, разбить горшки с завязанными глазами, сыграть в дартс. Помимо вот названных спортивных состязаний, мы запланировали показательное выступление конно-спортивной школы нашей республики, нашего министерства. Здесь тоже планируется очень красочное представление. Джигитовка, красочная джигитовка с участием самых лучших наездников нашей республики, всадников нашей республики. Поэтому это мероприятие у нас начнется в 5 вечера, тоже на певческом поле. Кроме того, на Чебоксарском заливе свое мастерство покажут спортсмены Федерации парусного спорта, гребли на байдарках и каноэ. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.